Целый комплекс мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, реализуется на линиях пригородного пассажирского сообщения. Одна из наиболее действенных мер – нанесение дополнительной разметки для облегчения социального дистанцирования граждан не только в подвижном составе, но и на платформах, в кассовых залах, перед билетными автоматами, во всех местах возможного скопления пассажиров. Перевод движения поездов в режим рабочего дня позволит снизить число пассажиров, одномоментно находящихся в вагонах.